Здравствуйте, дорогие друзья! Этот фильм возвращает нас в далекие 70-е годы прошлого столетия. Я снял его 8-миллиметровой любительской кинокамерой, сам обработал, пускал дома через кинопроектор. Когда появились цифровые видеокамеры и технологии, я трансформировал фильм в цифровой формат. При этом значительно ухудшилось его качество, но теперь я могу показывать его широкой аудитории. В 70-е и 80-е годы мы почти ежегодно один из двух месяцев отпуска проводили в спортивно-оздоровительном лагере «Горняк». Дочке Ирочке здесь 9 лет. Справа в желтой футболке знаменитый футболист, вратарь киевского «Динамо» и сборной СССР Евгений Рудаков. Он отдыхал в нашем лагере вместе с дочкой и играл в футбол с отдыхающими. Знаменитый вратарь дает интервью. Это мой товарищ Виталий Семенко. Мы идем ловить живцов, которые нужны нам для ловли окуня. Виталий – будущий первый вице-мэр города Днепропетровска при Пустовойтенко. Его жена Лариса работала ассистентом на кафедре высшей математики в нашем университете. Это живец Щиповка. Будем брать окуня. Здесь улов не важный, но в целом тогда в Самаре рыба ловилась хорошо. Это сом, пойманный на живца. Его вес 13 килограмм, длина 1,20 м. Это щуки, пойманные спиннингом на блесну. Идем в лес за грибами.
обработка улова.